и Кеннеди. Это совершенно разные фигуры, совершенно с разным уровнем, так сказать, политического влияния. Вот. На мой взгляд, конечно, при всем том моем уважении к Борису Ефимовичу, вот, я хочу сказать, что тот ажиотаж, который раздут по поводу его смерти на Западе, все-таки, мне кажется, очень сильно преувеличен. И преувеличена его политическая составляющая в нашей, собственно говоря, жизни. Вот. Его убийство, я не знаю, я не придерживаюсь ни одной версии, я совершенно не понимаю, за что и почему. Это совершенно не нужно Кремлю, это убийство, которое просто со всех сторон абсолютно невыгодно ни власти, ни оппозиции, никому, за что его, вот эта жертва, вот для меня будет очень интересно, если найдут заказчиков. Но мне кажется, здесь такая сложная схема, и если есть в этом деле заказчики, то они, наверное, находятся так далеко, в общем, что до них очень сложно будет добраться.